На этой земле уже можно строить нормальные капитальные здания. Она стоит один денюм, тут стоит 50,000, yes? Yes. 50 тысяч фунтов. And the second one, how much? 250? The second part. Да, тут есть вот один денюм, можно купить за 50 тысяч, и 5 денюмов за 250 тысяч фунтов. И вот там еще земля соседняя, она стоит... И вот эта земля, здесь 9 участков по 22 тысячи, но если покупать все, то 100 тысяч стоит. Вот такие тут окрестности. Прямо, ну, дорога прямо вон. Раз, и ты дома. Друзья, вот эта вода на нашем участке, водяная труба. Электричество на нашем участке, вон тот столб. Ну, тут сюда еще нужно будет протянуть два столба. Это будет стоить где-то 1300 фунтов. А вот наша земля. Вот она. Сейчас будем ходить смотреть. Вот такой отсюда вид на море открывается. Вот дорога. Вот это все. Вот это все наша земля. Тут два денюма, но из-за того, что такая местность, получается, что земли больше. Как тебе, сынок, эта земля? А вот эта дорога на наш участок, вот так она идет. И вот наш участок. То есть есть главная дорога, а есть еще вот такая вот проселочная. Ну, тут буквально одну минуту мы ехали. Вон уже там дорога главная. Вон она. А вон виднеется дорога, так что все нормально, тут можно проехать. Можно здесь построить хорошую дорогу. Вообще отлично. Так, и вот эта земля еще за 10 тысяч фунтов. Значит, эту покупаем. И эту. Вода и электричество есть. Дорога к нашему участку, вот море. Вот участки наши там наверху. Мы ехали буквально 3 минуты на машине. Все, и вот море.